Ну чё, петушьё, соскучились, блядь? Целых 20 минут ничего не запи... Ой, сейчас. Короче, сегодня у нас обзор будет на сигареты. Сейчас, секунду. С вами. Можешь, пожалуйста, мне мой рюкзак перейти? Секундочку, небольшая это самая палаточка. Спасибо. Сейчас. Сейчас. Возьму и... Может, тоже убрать. А? Да. Короче, сегодня у нас обзор будет, блядь, на сигареты Чапман. Вот такой Чапман Браун. Я в телеграм-канале своем говорил. Кто не знает, у меня есть телеграм-канал. Блядь, очень уёбищный ракурс. Мне он не нравится. Но снимать, типа, держа вот так вот, типа, камеру, это еще хуже. Может, вот так? О, вот так, заебись. Все, нормальный пацан. Короче, сигареты Chapman Brown. Я уже в своем телеграм-канале говорил, кто не знает, у меня есть телеграм-канал, подписывайтесь, там ссылочку, может, не ссылочку, а, типа, короче, вы разберетесь, не тупые, оставлю в описании, может быть, не оставлю, кому интересно, напишите в комментах, вот, я писал, что, ну, точнее, кружочек записал, что вот, я курю сигареты Чапман, но обычно я их не курю, потому что мне не нравится, что они химозные. Вот, и сейчас опишем всю, короче, это самое. Ну, я просто, вы увидите, как я полную сигарету скурю, этот обзор сделан, блядь, просто так, от нехуй делать. Сразу же побочный эффект у меня в виде харчка идет. Ну, это как обычно. Потому что я некультурное быдло питерское. Но ныне все, я переехал в Москву, и теперь я нормальный ровный пацан. Вот, что, значит, называется... сладкий шоколадный вкус у фильтра. Прям химозно-шоколадный такой, типа. Это первое, что бросается в глаза, даже когда не закуриваешь сигарет. Когда куришь, не знаю, как-то даже особо и не чувствуется, что ты куришь сигареты и так далее. Если ты куришь донской табак, как нормальный пацан, ты прям такой... Хуяк, дым тебе дает о себе знать, и ты такой... Да, ой, блядь. Сейчас самокат упаду. А тут, типа, как-то даже ничего и не чувствуется. Не знаю, может быть, кому-то это по кайфу, кто любит... Сигареты не сильно крепкие. Вот. Но, как бы, лично мне не очень. Сейчас, секунду, еще. Уточню один фактор очень важный. Блядь. Сонь, сколько они стоили? 200. Короче, столько же, сколько вольт обычно в розетках, столько и стоили эти сигареты. То есть 220. 220 рублей за то, чтобы, типа, почуять своим ртом какую-то химическую залупень. Такую термоядерно-химическую. Приторный шоколадный привкус. Очень сладкий. И не чувствовать, что что-то курится. Если вам не жалко за... такие, за такое счастье 220 рублей, то курите на здоровье. А если вы реально хотите там покурить сигарету и получить от этого неистовый пацанский кайф, то курите сигареты. Вот я на них сделал в следующий раз обзор. Такие дела.
а лучше вообще, ребят, не начинайте курить, потому что я начал курить, когда мне было лет 14-15, может быть, где-то так, может, 16 даже, я не помню. Ну, до этого я просто так баловался, типа, там, сишку покурить и так далее. Блин, какой-то видос Виджейлинка. Но, благо, вы уже... Ой, не благо, а к сожалению, вы уже не поймете, о чем я говорю, потому что вы-то, ребята, вряд ли вообще знаете о таком, что такое... Ну, о том, что такое Виджейлинка образца 2013-2012 года. Я-то это все застал, и у него был очень хороший видос о курении. И там была очень хорошая шутка. Может быть, я ее процитирую сейчас. А может быть и нет. Вот. Начинал курить я типа лет... Ну, типа, покуривал сишки так немножечко лет 14, может быть, где-то 13. Вот. А... Да, где-то с 13 лет я просто так покуривал сишки. Впервые я покурил сигарету, кстати, когда мне было 8 лет. Ну как покуриться, я сделал пару тяжек просто. И то таких типа. Ну как. Как пиздюки курят, когда начинают курить. Вот. Покуривал сишки так примерно лет 13. Да, с 13 лет. А вот именно прям осознанно начал курить лет в 15, наверное, уже. И. Или в 16. Похую. Вот. И как бы сейчас мне 34, блядь, года, и вы сами понимаете, что все это так себе. Вот. В принципе, я людям, которые не курят, я не рекомендую, в принципе, начинать курить, потому что, ну, типа, вот особенно если вы курите, например, дома у себя, то есть... А это все смолы, типа с дымом, все впитывается в потолок, и потолки желтеют от этого. Вот, и как бы... Вот представьте, вы познакомились с девушкой, например, да? И ну, она решила познакомить, типа, там, мать, отца и так далее с вами. Пришли к вам домой. Мать смотрит на квартиру и видит потолки желтые. И что она подумает? Она не подумает, что вы курите. Она подумает, что вы ссаный энурезник. Ну или хохол. Одно из двух. А если энурезник, то еще... Но хохол, все. Все. До свидания. Ни свадьбы, ничего. Поэтому, ребята, запомните эти слова. Курить здоровью вредить. А если там свой табак, то с витаминками. В общем, не курите по чану, не курите. Вот так вот сейчас я вытряхну всю фигню, потому что мусорить, ребята, нехорошо. Берегите природу, берегите свое здоровье. Не курите и живите счастливо.